Ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кейк, меня зовут Ирина, большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня хочу с вами поделиться своими новинками в уходе за волосами. Если вам интересно узнать мое мнение и что именно у меня новенького появилось, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, я вам желаю приятного просмотра. Данная марка, о данной марке я узнала сравнительно недавно, и данная марка мне предоставила возможность попробовать их продукцию. На самом деле это очень дико приятно для меня, для любительницы в уходе за волосами, за собой. Как вы знаете, я дико очень сильно люблю уходовую косметику, намного даже, наверное, больше, чем декоративную. Но еще очень сильно люблю ароматы, как вы знаете. Все рассказала. Ну так вот, вернемся к тому, о чем сегодня с вами хочу поговорить. Этот бренд называется Горчица Трон, и он сравнительно недавно в моих глазах появился, вообще стал мелькать, я его заметила в интернет-магазинах, и мне очень сильно было интересно попробовать их продукцию, так как данная марка направлена на то, что помимо того, чтобы восстанавливать ваши волосы, она, вот, к примеру, вот этот вот шампунь, который идет у нас восстанавливающий шампунь с маслом асабийской горчицы и кератиновым комплексом, он еще направлен на рост волос. И на самом деле это очень громкое заявление. И также здесь у меня представлен бальзам восстанавливающий. Это мультисистема питания, восстановление, защита. Шампунь у нас идет на восстановление волос, корни, кончики, длина. И это тоже достаточно очень серьезно, когда полностью шампунь будет ухаживать как за корнями, так и за кончиками. Как мы знаем, там всегда очень разная атмосфера. Бывают корни жирные, а кончики сухие. Ну так вот, данная марка выпускает шампуни в коробочках, они приходят в таких коробочках, коробочки очень стильные, приятные, я вам могу сказать, когда я их распечатывала, я даже не знала, что настолько оно будет смотреться помпезно, мне понравилось на самом деле, на упаковках все очень расписано, все очень понятно и приятно, также здесь присутствует пломба на данных коробочках, но, к сожалению, курьерская служба доставила мне так, что все пломбы были вскрыты. Ребят, я реально везучий человек, смотрите. Да что ж такое, вечно у меня не как-то человек удача. Смотрите, опять вскрытая упаковка. Не очень приятно, но посмотрим, может быть, там все хорошо. Сам шампунь идет в такой вот тубе, он идет без каких-либо защитных пленочек, как вы знаете, я очень люблю, когда сама упаковка, сами шампуни, они запломбированы, и я самая первая их открываю, и с уверенностью могу сказать, что до меня их больше никто не вскрывал. Ну давайте посмотрим, я уже приоткрыла их, как они выглядят здесь, смотрите, такой шампунь, он без мембраны, без всего, ну может быть у них такая просто серия, о нет, а здесь все запломбировано. Странно. Мне потом объяснили, что шампуни так у них и идут. Вообще, производитель по поводу этого шампуня говорит о том, что данный шампунь нужно наносить в два этапа. То есть первый раз мы его нанесли, взбили в пену, смыли грязь, нанесли второй раз, оставили на 3-5 минут. И смываем, то есть как бы все. Могу вам сказать по поводу этого шампуня, он очень густой, концентрированный, его сложно, в принципе, выдавить из упаковки, не нужно переживать о том, что куда-то вытекет, сама упаковка очень хорошо закрывается, это очень даже здорово, если, к примеру, вы любите путешествовать и куда-то ехать, можно не бояться, шампунь никуда не убежит у вас. И еще несравненный плюс данного шампуня, он очень вкусно пахнет каким-то парфюмом, дорогим, хорошим парфюмом. Могу вам сказать, я когда мыла волосы и весь процесс мытья, я сидела и вспоминала, что за душка, что за парфюм. Причем у меня этот парфюм где-то попадался, я даже им пользовалась. Если вспомню название данного парфюма, конечно же, где-то вам подпишу. Сам шампунь мне очень понравился, он хорошо, качественно очищает волосы, не остается на волосах, хорошо смывается, волосы после него достаточно мягонькие, они хорошо промытые. Знаете, вот это вот сочетание того, что волосы вымыты, промыты, не остается ничего на волосах, но они мягкие, они какие-то такие, знаете, приятные. Мне понравился данный шампунь, я осталась от него, в принципе, довольна. Со своей задачей именно промыть ваши волосы, он справляется на 5 с плюсом, ему я ставлю пятерочку.
Что же могу сказать вам о бальзаме? Бальзам тоже приходит в пломбе, с пломбой, тоже все очень понятно расписано, но у бальзама уже идет зафольгированная упаковка, точнее здесь пленочка, ее нужно вскрывать, и сам бальзам у нас идет уже в объеме 200 мл, и он такой более густой. Мне, конечно же, бы хотелось, чтобы он был, точнее он идет более жидкий, но мне хотелось бы, чтобы он был более густой, чтобы его прям хватило на дольше. Но я так предполагаю, возможно, у них маски более густые. Я надеюсь, что я попробую данного бренда маску, потому что мне очень-очень интересно на самом деле попробовать, какая же будет маска. Потому что вот этот бальзам, который у нас идет на восстановление волос, он мне понравился. Серьезно. Его он идет всего лишь, он его можно наносить как на корни, так и на длину. И он восстанавливает ваши волосы от корней до кончиков. И наносить его нужно на минуточку, всего на одну минутку. И он работает, то есть это экспресс-бальзам, который вы наносите, ждете там буквально минутку и смываете. Ваши волосы действительно напитаны, все пушковые волосы приглажены, они блестящие, блестящие, рассыпчатые. И даже секущиеся кончики, сама кутикула волоса, она, видимо, как-то, вы знаете, сглаживается, и тем самым волосы выглядят так, как будто вы после салонного ухода какого-то. Мне очень сильно понравился данный бальзам, еще раз повторюсь, мне очень сейчас хочется попробовать их маску, надеюсь, все-таки я ее попробую. На самом деле, очень классный бальзам, если убрать тот момент, что он жидкий, не такой жидкий, как вот, ну, он не как водичка, но он жидковатый, то есть его нужно прям, я думаю, то, что он у меня намного быстрее закончится, чем этот шампунь. Что же могу сказать в итоге после использования данного дуэта? Я осталась в восторге, серьезно. Я не знаю, как у меня волосы будут выглядеть после того, когда они у меня полностью закончатся, может быть, действительно у меня будут волосы восстановленные, но сейчас после использования данных продуктов результат виден сразу. То есть это не те шампуни, когда вы ими нужно пользоваться, 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 и что-то вы, может быть, увидите. Здесь вы увидите реально сегодня сразу же, когда вы помоете волосы. То есть это реально тот вау-эффект, когда вы используете продукцию, и вы видите сразу же результат на лицо. То есть если у вас окрашенные волосы, пористые волосы, сухие волосы, после химических завивок, если они у вас посеченные, ребят, девчонки, смело могу порекомендовать. Серьезно, мне очень сильно понравилось. Ссылочки, конечно же, оставлю под видео. Я осталась в диком восторге. Еще раз говорю, хочу попробовать маску. Теперь мне очень-очень интересно попробовать маску данного производства. Мне очень понравилось. Еще раз повторюсь, бренд называется Горчица Трон. Это российское производство. Это не может не радовать, потому что вообще мне всегда очень приятно пользоваться именно российским производством и поддержать отечественного производителя, за исключением, конечно, отечественного автопрома, но он сейчас тоже пытается как-то вылезти на уровень достойный, но видео сегодня у нас о баночках, о красоте. Могу вам сказать, они меня приятно удивили, я очень рада, то, что я попробовала, и срок годности после вскрытия данных шампуней и кондиционеров всего 6 месяцев, собственно говоря, могу вам сказать, по-моему, у шампуня тоже 6 месяцев. Сейчас, секундочку, ребят, посмотрю. А тут я, кстати, не вижу. Но вот на бальзаме написано срок годности 6 месяцев, а на шампуне этого я не вижу. Но я так предполагаю, тоже, скорее всего, 6 месяцев, потому что составы у них такие достаточно неплохие. Тут все прописано, ребят, составы реально очень маленькие идут, небольшие, но работают очень круто. Мне очень понравилось, смело могу вам порекомендовать. Так что если вы в поисках какого-то хорошего, достойного ухода за не очень высокую стоимость, смело могу вам порекомендовать бренд Горчица Трон. Мне очень сильно понравился. Ребят, если вы пробовали, девчонки, если вы пробовали данный бренд, и у вас сложилось какое-то мнение, конечно же, пишите в комментариях, мне очень интересно послушать будет ваше мнение. Если у вас есть какие-то безусловные фавориты, и вы можете мне их посоветовать в уходе за волосами, тоже дайте знать, с удовольствием, конечно же, прислушаюсь к вашему мнению. Если вы зашли ко мне впервые, и вам было со мной интересно и полезно, не забывайте, конечно же, поставить лайк и подписаться на мой канал. А если вы на меня подписаны, но вам по какой-то причине не приходит уведомление, кликайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Не забывайте, конечно, подписываться на мой инстаграм miskik9970 и на мою группу ВКонтакте. Я вас тоже всегда там рада буду видеть. Берегите себя и своих близких. Я желаю вам красивых, ухоженных волос. С вами была ваша Ирина. А мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!